Губернатор оценил ремонт. В терапевтическом отделении Ишуйской ЦРБ ежегодно на стационарном лечении находится больше 1000 пациентов с заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания. Ремонт проводили за счет средств ОМС. Получилось красиво и современно. За счет средств областного и федерального бюджета в больницу закупили 3 аппарата УЗИ. Аппарат искусственной вентиляции легких и маммограф. Его медики просили давно. Средства на дорогостоящее приобретение удалось получить за счет дополнительного федерального транша, выделенного региону по поручению президента Путина. Он использовался на 100%, потому что мы даже брали Южский район, Палевский район, Пестяки брали, потому что там не было маммографа. Вот. И на самом деле потребности все мы, к сожалению, не закрывали, даже для нашей жизни.